разгрузить 12-ю школу города Одинцово. Сейчас учебное заведение принимает детей из микрорайона Гусарская Баллада и давно нуждается в расширении. Уже к Новому году откроется после ремонта дополнительный корпус на 750 мест. Бывшее здание управления образования перестраивается под классы. На сегодняшний момент здесь проводятся отделочные работы, закончены работы по кровле, закончены работы по демонтажу. То есть все основные работы, которые подготовительные и такие грязные, как мы называем, работы завершены. На первом этаже обновленного здания разместятся столовая и спортивный зал. На втором – классы начальной школы. Выше – старшее звено и аудитории под естественные науки. Традиционная инспекция главы округа Андрея Иванова существенных нарушений в строительстве не выявила. Сегодня мы действительно проехали с инспекцией, с контролем. Делаем это регулярно. Посещаем строительные площадки, смотрим графики выполнения работ. Помогаем нашим подрядчикам, если где-то есть какое-то западание, требуется наше взаимодействие. К концу года новый корпус сможет принять учеников. Это значительно снизит нагрузку основного здания и положительно скажется на образовательном процессе. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».